Всем привет! Вы на канале «Готовим с любовью». Сегодня готовим очень вкусные и быстрые бутербродики с припеком, с колбаской, с лучком, с картофелем. Ну что я буду много говорить? Давайте вместе готовить. Для бутербродиков с припеком нам нужны будут следующие продукты. Нарезной хлеб, 2 сосиски, 2 очищенного картофеля, 1 луковица, немного зеленого лука, 2 яйца, соль, перец добавляем по вкусу. Готовятся они очень быстро, а получаются невероятно вкусными. Для начала мы натираем на мелкой терке сосиски. Натираются они легко и просто. Затем натираем на мелкой терке картофель. Теперь добавляем сырой лук, который я нарезала мелким кубиком. И немного зеленого лука. Можно зеленый лук заменить любой зеленью, укропом или петрушкой. Теперь быстренько все хорошо перемешиваем. Заметьте, я еще не добавляла соль. Соль и перец добавляем в самом конце. Дальше берем 2 яйца. Вилочкой взбалтываем. Выливаем сюда. Теперь добавляем соль и перец по вкусу. Можно добавить любые специи на ваш вкус. Слишком остро делать не буду. Отлично. Теперь перемешиваем. Я вам скажу, отличный завтрак, перекус. Просто идеальный. Мы обожаем эти бутербродики с припеком. Часто не готовлю, но вот эта хрустящая картошечка с колбаской. Просто объедение. Ну а теперь берем хлебушек. Каждый выбирает на свой вкус. Белый, серый. И с одной стороны, смотрите, вот выкладываем начинку. Немножко вот так придавливаем, разравниваем. Начинку не жалеем. Равномерно распределяем. Есть. И берем следующий ломтик хлебушка и повторяем. Делаем все так же. Теперь на раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем наши бутербродики. Растительного масла много не наливаю. И обжариваем с обеих сторон до румяной корочки. Так, сейчас посмотрите, какие у меня бутербродики с припеком получаются. Прекрасные, просто прекрасные. Лопаточкой очень удобно вот так переворачивать. Рукой поддерживаем. Начинка держится. Мне нравится, что эти бутербродики не сухие. Они очень вкусные. Конечно, это не еда на каждый день, но иногда себя побаловать можно. Пришло время дегустации. Мне очень нравятся эти бутербродики, мягкие, нежные и очень сытные. Готовятся меньше 5 минут. Поэтому смело готовьте, семья оценит. Я вам говорила, очень мягкие, очень вкусные, сочные. И обязательно добавляйте свежий лук. Без лука не то. Пробовала без лука, не понравилось. Быстрая пицца. Еще и с картофелем. А знаете, какой вкусный картофель? Мелко натертый и на сковородочке. Ну, это просто блаженство. Мне нравится. Вам тоже понравится. Готовьте в удовольствие. Готовьте на радость своей семье. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч. Пока-пока.